Сергей Горобченко рассказал о том, что его матери диагностировали онкологическое заболевание. Нине Александровне сделали операцию, буквально отрезав часть лица. Сергей Горобченко прославился в 90-х годах. Высокий статный блондин запомнился многим благодаря ролям мужественных парней из фильмов «Агент национальной безопасности» и «Бумер». Артист отметился и в театральных постановках. Горобченко снимается и сейчас, но делает это не часто, отдавая много времени супруге Полине Невзоровой и пятерым детям-школьникам. Тем не менее, актер нашел возможность появиться в передаче Леры Кудрявцева и Оскара Кучера «Звезды сошлись», свежий выпуск который был посвящен мамам знаменитости. Сергей Горобченко рассказал о том, что несколько лет назад его матери врачи поставили неутешительный диагноз – онкология. Все началось с того, что он заметил над верхней губой Нины Александровны новообразование и порекомендовал ей отправиться в больницу. Однако та собиралась улетать на Гоа, и походы по врачам в ее планы не входили. Она решила проконсультироваться со специалистами уже по прилету обратно в Россию. Да и надеялась, что к этому времени все само пройдет. Однако ситуация ухудшилась. После солнцепека, как предполагает мать Сергея Горобченко, новообразования только увеличились и уплотнились. Нина Александровна сдала анализы, биопсию, и лишь через 12 дней узнала, что у нее онкологическое заболевание. Причем время уже поджимало, ей требовалась срочная операция. 68-летняя мать актера, недолго думая, легла под нож, хотя ее и предупредили, что она лишится части лица, а кожу на щеку ей будут натягивать с шеи. К счастью, операция прошла успешно, и сейчас мать Сергея Горобченко здорова. Нина Александровна ведет активный образ жизни, она нянчится с 5 внуками, регулярно устраивает по пятницам семейные ужины. Мать артиста появилась в студии и призналась, что настолько привыкла к дефекту лица, что забывает про него. Впрочем, сейчас, по словам врачей, Нине Александровне уже можно сделать пластическую операцию, чтобы убрать этот изъян.